Здравствуйте, друзья! Мы сейчас находимся в компании Аквалога, и я хочу вам показать новый продукт. Нам в этом поможет Артем. Здравствуй, Артем. Поможешь? Здравствуйте. Нам расскажешь? Да, конечно. Так, хочу представить вам новый аквариумный бренд Waterside. Waterside переводится как вода и science, сокращенно наука. Наука о воде. Бренд представлен двумя линейками. Линейка профессиональная для профессиональных аквариумистов, скейперов. Я сам скейпер. Поэтому изначально была разработана линейка для профессионалов. Она представлена из реминерализаторов КАШ и ГАШ. Удобная дозировка, высокие концентрации. Также есть у нас средства от водорослей Algae Prevention, микрокомплекс, микро плюс макрокомплекс. Интересно, вот тут вставлен шприц, это для того, чтобы была точная дозировка, легко дозировать. Берем, можно легко набрать препарат и измерить вот, любой объем для точных дозировок. Чем еще хороши наши препараты? Тем, что у них очень высокие, еще раз повторюсь, высокие концентрации. Экономичный расход. Также у нас есть линейка для водопровода. Она представлена тремя продуктами. Антихлорин, это кондиционер, убирает хлор, тяжелые металлы, комплекс НПК и микро-3 в одном. Микро-3 в одном – это новинка, флагман не имеющих, ну, наш флагман не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Здесь микрокомплекс с генерацией CO2 и понижает pH. Вот здесь на стенде видно, как дроп-чекер с добавлением нашего препарата поменял цвет на зеленый. Это говорит о том, что углекислый газ выделяется. Это не заменитель ни глутаровый альдегид, ни другие какие-то вещества, которые якобы считаются углекислым газом. При разработке нашей линейки участвовали ученые, кандидаты химических наук. Они с нами сотрудничают. Они также аквариумисты. Им интересно самим производить новую продукцию. Теперь я хочу рассказать поподробнее о дозировке наших препаратов. Вот, например, препарат GH+. Он применяется для реминерализации воды, для осмоса. Хорошо использовать его для креветок. Повышает 1 мл GH в 1 литре воды на 8 градусов. Что, ну, для креветок, конечно, высоковата эта концентрация, если то для каридин. А для некаридин отлично, и для растений тоже очень хорошо подходит дозировка такая. Здесь дозировка КАШ 1 мл на литр повышает КАШ на 4 градуса, что тоже является очень удобной концентрацией, дозировкой. Это Algae Prevention, средство против водорослей. Его дозировка 15 мл на 100 литров воды. В случае, если вам надо убрать водоросли из аквариума. Микрокомплексы астматические. У нас идет дозировочка 1 мл на 100 литров ежедневное или более редкое использование. НПК зависит от потребления растений, но стартовую дозировку мы тоже рекомендуем 1 мл на 100 литров. Как бы везде такие дозировочки очень удобные. Линейка для водопровода у нас НПК мы рекомендуем 2 мл. Более, ну, тут насыщенность чуть поменьше, чем в профессиональной линейке. Микро-3 в одном тоже 2 мл на 100 литров воды каждый день. Антихлорин
он используется, дозировка у него от 5 до 10 миллилитров на 100 литров воды. Так, немножко хочу рассказать вам о нашем бренде, как он возник. Наш генеральный директор Алексей Муравецкий, он любитель, аквариумист, начал с того, увлекся, когда увлекся аквариумистикой, начал пробовать много препаратов разных, что-то ему понравилось, что-то нет, что-то казалось слишком дорогим, и он сделал выводы и решил попробовать что-то сделать сам. Ну, чтобы сделать что-то самому, это сложно, и он решил собрать команду из профессионалов, нашел химиков, кандидатов химических наук, кто хорошо разбирается в химии, пригласил меня, я аквариумист, скейпер, у меня стаж в аквариумистике больше 25 лет, и так вот, таким образом вот собралась наша команда. Команда очень оказалась сильная, профессиональная, профессионалов в своем деле. Поэтому я надеюсь, что наша продукция вам понравится. Кстати, продукцию можно приобрести в салонах «Аквалога». В ближайшее время она поступит туда. Для оптовиков это можно приобрести в «Аквалогистике», компания «Аквалогистик». Также она представлена на «Плей-маркетах».